Блокировка в Совете Безопасности ООН, рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе говорит о нежелании ряда ангажированных стран допустить обсуждение ситуации на экспертном уровне, заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Эта новость опубликована на официальном сайте КПРФ. Чтобы не допустить вынесения резолюции не на основании эмоций, а на конкретных юридических основаниях, ангажированные прозападные государства сделают все, чтобы не довести дело до рассмотрения по существу, заявил Калашников в интервью РИА Новости. Примерно в это же время коммунисты России подали уведомление о пикете против территориальных претензий Японии к России, сообщает официальный сайт КПКР. «Мы планируем выразить свой решительный протест против требований Японии и против тех либералов в России, кто пытается убедить общество в том, что передача островов наследникам японских милитаристов возможна», отметили в инициативной группе. Согласно уведомлению, групповой пикет должен пройти у посольства Японии в Грохольском переулке 30 ноября. Активисты ждут ответа префектуры.